Германии профессиональный футбол играет, если он уже наш земляк. Уже начали по футболу показывать результаты, уже своя пошла уже плоды, да. Ну, в основном у нас на первом очереди стоит борьба, вольная борьба, классическая борьба за сборную Францию, за сборную Германию, за сборную Дании у нас есть, за сборную Бельгии у нас есть. У нас вот завоевал, за Румынию уже стал, один уже получил бронзовую медаль на вот это последние Олимпийские игры. Продолжаем наше путешествие. И как раз здесь проходит веломарафон. И мы как раз оказались здесь, на месте, где случилась авария. Вот как вы видите, человек врезался прямо вот этот столб. И он сейчас ждет, пока приедет скорая помощь и окажет первую необходимую помощь нашему велосипедисту. Очень много молодежи начали учиться в университетах, заканчивают профессию, бизнес-школах и так далее.
Так что Бельгия, Германия, Франция, уже есть уже результаты, есть уже студенческие разные организации уже начали создавать. Начали уже помогать, например, вот, например, в Бельгии создали Вейду, называется такая организация, студенческая, молодежная чеченская организация. Они уже помогают тем, которые уже заканчивают школы, на какое направление им правильно выбирать путь. Поэтому многие, как не знают, молодежь, которая заканчивает школы, какой им выбрать путь. И вот эти молодежные студенческие организации, они помогают этим ребятам, чтобы они выбрали правильный путь, правильное направление в сфере работы на будущее, в каком именно направлении работать легче будет и так далее. И вот такие результаты. Да. Наблюдал чемпионат мира по молодежи, который проходил во Франции неделю назад. Это была вольная борьба, классическая борьба и женская борьба. И за сборную Казахстана стал наш земляк, который родился в Казахстане. Он выступал за Казахстан в классическом борьбе и завоевал золотую медаль за сборную Казахстана. И мне что понравилось его поступок, когда шло награждение, у организатора не было казахстанского гимна. Но он, и они сказали, что он должен сойти с этого с награждения, так как у нас нету гимна казахстанского. Ну, он сказал, нет, я это не сделаю, вы должны мне найти, пока не будет гимн казахстанский, если пока вы не сыграете гимн казахстанский, я не сойду с награждения. И у его тренера на телефон оказался гимн казахстанский, и они сыграли казахстанский гимн. И после этого только он сошел с вознаграждения. И вот этот поступок, потому что он борьбу в основном получил, занимался усилием казахстанского тренера, и поэтому мне вот этот поступок, да, вот очень понравилось.
Мы продолжаем наше путешествие в городе Лондона. Три места уже посетили, сейчас идем в четвертое место. Площадь Пикадилли называется. Это сравнить нью-йоркским Таймс-сквером, лондонский. Зашли в сувенирный магазин, очень много вещей здесь разных. Советую обязательно, если вы будете, если вы приедете в Лондон, именно посетить это место, площадь Пикадилли. Сейчас идем на площадь. Сфера бизнеса, сфера торговли, конечно, это более такая Германия, Австрия, Франция, потому что в основном в диаспоре проживает в этих странах. Конечно, я еще хочу добавить Бельгию, тоже у нас очень большая диаспора. И сфера бизнеса, у нас, например, во Франции очень много строительных фирм. Так как мы самые постоянно были строителями, мы отличались и в Советском Союзе в сфере строительства. И поэтому очень много фирм находятся во Франции, строительные фирмы очень много. Точно так же и в Бельгии, и в Германии. Очень много магазинов в Австрии, например. Производство, например, колбасами и так далее. В сфере, в мясном бизнесе очень много развивает в австрийском государстве. Как я сказал, именно сфера бизнеса Франция, Германия, Австрия, Бельгия очень развитая, потому что диаспора больше проживает в этих странах. Дух чеченцев понимает, во-первых, мы сами, у нас, во-первых, у нас на родине развита была всегда борьба, бокс и так далее, да. И наш характер, наша молодежь стремятся именно основной борьбой. И поэтому
мы рожденным этим, поэтому и получается этого результата. Конечно, здесь есть в Европе наши тренера. Конечно, усилия работы тренерской вообще команды, есть такие результаты. Помимо этого, они ездят на разные сборы, ездят на родину, и там тоже подготавливаются. И поэтому получается результат такой. Я бы хотел бы на своем родном языке пару слов сказать. Сахоме, вежри, ежри, вей, вей махари, вей хузаэр, адуэй, вей шадерш, ох юропе, кэч, сац, банш, сэнэ, хузаэдуэй, цундэйна, ше дюэш волчу, хаз дюэша дюэш, хаз спортом занимается дюэш, хаз ше спортом занимается дюэш, хаз бо бэш, хаз болх бэш, дик агур, хаз иэх киешуэй, унэльчэ, вей ком дуэй представлять дюэш, дэц эра. Сундейна угар воля хилдиш дуэй, вой махари, вой элч хадис ду, алейсалату вассалам, угар воля хилбахцу, вой да, угар воля бусумна хилбиеша бу, сундейна угар воля, угар дик агур, да, цияк хоусар дуквай, вой хоумен, да, ца, дик ду баркалшун, ар видео хажарна, ладуарна, массер адекюйл, ассаламу алейкум.